По странной русской традиции, большая политика на самом деле творится в бане или ином общественном месте. На днях из Москвы с пленума ЦК вернулся первый секретарь карельского отделения партии любителей пива Сергей Сиротин. Партия любителей пива уже перестала быть клубом, и она заслуживает к себе более серьезного отношения. Например, в Чувашии она является правящей. То есть президент, вице-президент Чувашии и большинство законодательного органа являются членами партии любителей пива и от нее и баллотировались. Кто из политиков вот, участвует в вашем пайте? Лично мне приходилось пить пиво вот так вот, как вот с тобой, с Гавриилом Поповым. Ну, был приглашен, кстати сказать, Жириновский, и для него был приготовлен специальный подарок. То есть отличные яловые сапоги и аквариум с водой. Говорят, что из Индийского океана, дабы он мог исполнить свою давнюю мечту, а мыть сапоги, так сказать, без ущерба для российских и индийских граждан. Но Жириновский не явился. Как в центре отнеслись к нашему отделению? Они считают его перспективным.